как задействованы возможности паромной переправы через Керченский пролив. Сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам, и взять этот вопрос на особый контроль. Из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста. В результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение. И пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили. Нужно всесторонне оценить нанесенный ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы. Прошу доложить, как идет концентрация необходимой техники и специалистов. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня утром по вашему поручению мы провели первое заседание правительственной комиссии.